заходим в Доджи, в Хомбу. Здесь союз искателей абсолютной истины. Раздевалки для обуви, тумбочки, кофейный аппарат, пожалуйста. Затем проходим, здесь у нас вешалки, и пошли награды визеров, чемпионов различных. Кого тут только нету, пятый кубок Аямы. Очень много наград, награды очень высокого достижения. International Karate, так, командный кубок мира, международное второе место. Да, ребята, здесь история уже очень давняя, очень продуктивная. Отлично, медали, награды, такие вот интересные. 1980 год, вот такие кубки были интересные. За лучший дух сенсей Пукас Кейптаун 96-й. Чемпионат татарской серпал Кирушетя карты до первого места Исаков. Город Казань 80-й год. Смотрите, тут уже молодые чемпионы идут. Свежая кровь. Гордость Восточно-Российской региональной федерации Кирушетя карты. На экране как раз подготовка. Здесь вот такая женская раздевалка. Здесь идут у них различные дипломы. Вот благодарственное письмо Семченко Роману Сергеевичу. И так далее, и так далее, и так далее. Здесь также раздевалки. Вот такие вот раздевалочки идут. Туалет, раковина. Здесь идут душевые. Да, здесь душ идет. Такой вот хороший зальчик. Залище. Проходит еще мандатная комиссия полного города Хабаровска. Резервации, Сумпай, Сюда приехал с Иркутска, я вот с Акасии приехал. Все ждут мандатную комиссию. Комбо. Есть свой тренажерный зал, где ребята готовятся к турнирам, к поединкам. Дополнительно груши есть. Различные группы мышц качать. Хороший спортзал. Оснащен очень хорошо. Сейчас здесь народу мало, потому что сегодня идет мандатная комиссия. Сейчас судейский семинар через 30 минут начнется. В общем, здесь ребята, чемпионы Хабаровска. Здесь тренируются, готовятся, физически развиваются. Зал очень хороший. И я думаю, что нужно стремиться, чтобы что-то подобное было у нас. Вот такая вот сауна, душевые, парилочка, раздевалки, переодевалки. Все в комплекте. Заходи, тренируйся, не хочу. Созданы все условия для спортсменов. Здесь также у нас идет спортзал. Спортзал идет. И наверх идет офис Шихана. 4 этажа в здании. Здесь идет у нас этаж, переход. Со как скидками, раз. 20% скидка. Фонбу. Все готовятся. Практически уже, я так понимаю, сейчас будет
судейский семинар. Пока идет подготовка к судейскому семинару, покажу немного истории. Здесь есть фотографии очень редкие, очень давние, чемпионы различных годов Кубка Аямы. Миханов Сергей, Виктор Белов, Сергей Устинов, Дин Мамов. Все это идет через фотографии. Очень хороший доджи фонбу. Занимаются чемпионы. Большинство даже ездят по России от Парижного. И выступали успешно. Четверо ребят, двое заняли первые места, двое заняли вторые места. Сергей Семенов, чемпион Кубка Ямы 2001 года. Артем Кубков, чемпион 9-го Кубка Ямы. И Михаил Козлов дважды становился чемпионом Кубка Ямы 2004-2006 года.